ходил в обычную школу в Винчестере. Сейчас он пытается жить между Лондоном и Италией со своей женой Ливи. Какая-то итальянская фамилия, типа Джигуоли, что-то такое. Она итальянский режиссер документальных фильмов. А также у них также два сына, Люка и Матео. Также у него есть 20-летний сын Вил от его 5-летнего. Пятилетних отношений с актрисой Мег Тилли. Я не знаю, кто такая Мег Тилли. Но они не были, видимо, знакомы. Ну, да. После фильма «Король говорит», Фёрст будет сниматься в адаптации произведения Джона Ле Карре «Тинкер». Тинкер, Тейлор, Солдер и Спайк. Тинкер, я не знаю, как переводится.